Вот обалденный! Это нормально? Это образ, это образ. Нормально все? Нормально? Бегаете, да? Туда-сюда? Туалет бегаю. Он отвечает как собак, я ничего не пойму. Андрей Аверин из Comedy Club. Сомнительно, но окей. А на гастроли часто ездите? Я в переноске езжу, а куда меня будет, хрен его знает, честно. Можно я унесу домой? Я не пойду с тобой. Я еще не вырос до такого состояния, когда видно, что я точно мальчик. Если что, слышали, это дядя Леша мне разрешил. Потому что он и будет убирать. Так. 1973 года. Что произошло с вами? Я вам не Яндекс, я не знаю. Потому что... Очень интеллигентный и добрый. И очень интеллигентным и добрым, да. Да. Жопа! Ты так быстро повзрослел. Пубертат, пубертат, на протесте. Я прошу прощения. Да, нет, ну я тут в хорошем смысле. Не знаю, я на всякий случай извиняюсь. Зачем? Мне это добро зачем? Спасибо. Я влюбился. Да ладно, в кого? Я не знал, что это любовь, мне сказали. Меня выглядели, когда дядя Слав, когда пошел гулять на улицу. Ну, я раньше гулял, там разные ходили, всякие собачки, вот. И вдруг я увидел ее. Я думаю, что это Денис Клявер. Денис Клявер — это хороший? Красивая это версия. Это очень хороший? Если он хороший, то я согласен. Маску! Маску! Маску!